Задача организации проектной деятельности как раз заключается в том, чтобы хорошие идеи не умирали, а при должной поддержке соответствующих подразделений реализовывались проекты. Что это значит? Что дальше за конкретной идеей должен стоять конкретный план реализации, конкретные ответственные, конкретные сроки. На различных этапах реализации проекта должен осуществляться контроль. С точки зрения деления проектов на стратегические и нестратегические, оно весьма условно. Но, как правило, те проекты, которые находятся на уровне внимания топ-менеджмента, они там выделяются и называются стратегическими.